Федот Сычков знаменит своими картинами. На них он чаще всего изображал крестьян. Особенно мила ему была зимняя пора. Именно поэтому работники музея Эрзи посвятили его произведениям квест «50 оттенков белого». Главный символ зимы – снег. Его Сычков писал много раз и всегда по-новому. У нас, поволжских народов, достаточно однообразное представление белого цвета. Исключение представляют только очень талантливые, чуткие художники, которые умеют различить и передать многообразные оттенки внутри одного белого цвета. Таким тонким восприятием обладал наш живописец Федот Васильевич Сычков. Гости пришли по пушкинской карте, и им предложили познакомиться с зимними сюжетами на картинах Федота Сычкова в форме квеста. Задача была простой, но интересной. Получив листочки, на которых напечатаны этюды, ребята должны были найти на известных произведениях художника фрагменты. Многие из этих этюдов хранились в запасниках и не демонстрировались широкой публике. Картины расположены по всему залу. Главным было проявить внимательность. С задачей справились быстро, а в награду получили небольшие этюды в виде открыток. Валерия Новикова, «Народные новости».